Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно вас здесь видеть. Точнее, я никого не вижу, я только вас слышу. Сегодня очень солнечно у нас в клубе. Я никого не вижу. Поэтому, если вы хотите сыграть... О, спасибо. С нами, то подходите к сцене, говорите, что вы хотите с нами сыграть. Вы хотите сыграть. А начнем мы... композицию Страсбукса. We'll be right back.
всю картинку прибрать в мониторе барабанщика. Все прям, все вместе немножко прибрать. И для того, чтобы Роман Куликешев более подробно все объяснил, мы дадим ему возможность отдохнуть в следующей песне. It's kind of time to be out. Денисом. Денис. Thank you.
Тигран. И сейчас мы для вас споем. Я хотел позвать Павла Орлова, чтобы он спел эту прекрасную песню. Всем привет! Мы сыграем для вас сейчас песню Вайма Стоуна.
Следующий трек нам необходим Паша Егоров. Звучит песня группы Нёрд. Хорошо забытая старая. Песня называется You Know What. Волк Толл.
для вас сыграем. Thank you.
Степан, я вас сказал, на гитаре Степан. И сейчас, для того, чтобы следующая композиция была наиболее апофеозной, я бы хотел позвать Алексея Кравцова и Руслана Смагу, и Сергея Гейра. И это будет... Это будет фееричная композиция «Hand-Back Hang», которая называется «Hand-Up». Нам нужен Павел Егоров, для того, чтобы... который заменился Тиграном. Павел Егоров у нас самый улыбчивый, наша зажигалка, наш главный солист. Он с большим трудом отдает свое место. Тигран, пошел. Thank you.
Грамм. Да, сыграл. Грамм. Алексей Кравцов. Алексей Кравцов. Сейчас мы приглашаем вас на сцену. Добрый вечер.
Алексей Кравцов и замечательные музыканты, которые сегодня оказались в нашем клубе «Проезд». Спасибо. И сейчас мы сыграем композицию, которую мы очень давно не играли, мы все ее дружно забыли уже. Вспоминайте, это будет «Салют». Thank you.
тебя вспомнили. В следующем году обещаемся собирать эти нашивы. И сейчас мы хотели что-нибудь спеть. Я знаю, что у нас здесь... Наверное, нас с кем-то спутали, да? Bring them down.
всей поаплодируем. И следующая композиция исполнит Александра Белякова, наверное. Так как она здесь. Вот Рома ее видел. А так всегда и происходит. Если что-нибудь заходит, получается, ну все. Thank you.
была Александра Белякова. И сейчас нам сказали, что есть желающие сыграть самое страшное произведение, которое есть в нашей программе, это Jazz Crimes. Есть кто-то здесь, да? Кто хочет сыграть Jazz Crimes? Thank you.
Артем для вас играл на барабанах эту самую страшную композицию, на которой погиб гитарный комбик. И хочет ли Ксения, соизволит ли Ксения, желает ли она исполнить какую-либо композицию сегодняшним вечером? Ксения Колобанская, прошу вас. Скажу по секрету, мы сейчас ведем серьезную работу, пишем текст к одной из песен Николая Моисеенко. Музыкальный композитор. Думаю, что скоро мы представим. Ну, мы все. Нас много. Николай Моисеенко, я думаю, отдельных аплодисментов заслуживает, потому что музыка действительно целебная, волшебная. Поэтому приходите на концерты обязательно. Обязательно. И приводите друзей, мам, пап, бабушек и дедушек.
А мы тем временем готовы.
Он идет. Мы ждем тебя, Тигран. Следующая композиция, которую мы исполнили, называется «I wanna dance with somebody». We'll be right back.
Ксения Колмацкая. И нам для следующей композиции нужен Сергей Геев. Он где-то здесь есть. Композиция под названием «Круги». Добрый вечер. Можно вот тот микрофон погромче сделать? Алексея Кравцова. Он еще может? Алексей Кравцов. Павел Егоров. И все-все-все дудки. Thank you.
сегодня играл для вас. Сидел в зале также для вас Павел Егоров. Руслан Спанга, гитара. Слава Богу сегодня. Сегодня просто хороший человек. Все, пока.